на месте. Хорошо, мы приветствуем Галину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Да, она кивает, улыбается. Отлично, хорошо. И, значит, три-сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Галины. На всех частотах, наверху, притягивается в эту клетку и становится ее заложником. 1, 2, 3. У нее один канал. Демон. Демон. 12-герцовый говорит, хочу забрать негатив. А кто ты вообще такой, чтобы мне здесь что-то требовать от меня? Вот скажи мне, кто ты, демон, пришедший к человеку, который прочитал манифест? Кто ты вообще такой? Чтоб что-то хотеть, скажи мне, а? У тебя есть контракт с этим человеком? Да ты не понял меня, говорит. Объясни. Обитаю в ее доме. Зашел к ней, чтобы поживиться негативом. Ну, мы сейчас и дом будем чистить. Представляешь? Так я и покажу все. Там много таких, как я. И что ты за это хочешь? Я же сказал, собранный негатив. Подпитка моя. В ней или в доме? И в ней есть, и в доме. Так, хорошо. Так, я даю сейчас команду, и весь негатив, который находится в Галине, сейчас сила моего намерения, начинает выходить из всех 7 дней, зависает в воздухе, все до последнего микрона, вся негативная энергия выходит из нее. Он говорит, что столько кричала, что еще чуть-чуть, и получилась бы хорошая лярва. Слушай, демон, хорошо, я чуть-чуть понимаю, о чем ты говоришь. Объясни мне одну ситуацию насчет ее дочери. Ты же знаком с ней, правильно, да? Он смеется. Хорошо, кто там сидит? Сколько герц? Или ты от нее перешел? Нет, не от нее, 15 не сидит. 15-герцовый демон не сидит. Хорошо. Давно сидит в ней? Не знаю, не спрашиваю. Хорошо, понятно. 15-герцовый, ну это повыше тебя. Значит, человек там... Хорошо, шар сформировался у нас? Да. Хорошо, отправляю его демону. 1, 2, 3. Уходит в его клетку. Вот за это спасибо. Ну, ты мне даешь ценную информацию, я тебе отдаю то, что ты просишь. Давай все сделаем... равно выгонишь, так лучше уж самому сказать. Ну, все абсолютно верно. Я, кстати, ценю эту искренность. То есть, ты видишь, ты проявил инициативу, я на нее откликнулся. Давай сделаем так тогда, демон. Я тебя сейчас отправлю назад в дом, и мы с тобой там встретимся сейчас. Я после этого там соберу еще весь негатив, который в доме есть, и на земельном участке. Это будет огромный, наверняка, шар. Хочешь его? Подожди, он говорит, там много таких, как я. Хорошо, значит, ты довольный тем, я могу тебя тогда отправлять на твою чистоту, да? Нет, там... он дает свое имя. Он говорит, да. Что... Подожди, не пойму имя. Говори так, чтобы тебя понимали. А просто бар. Скажи бар, это буду я. Хорошо, так я не понял. Я тебя сейчас отправлю. Ты сейчас опять там попадешься? Ты имеешь в виду, чтобы я тебя от других отличил, да? Да. Все понял, хорошо. Негатив весь мой. Хорошо, как я тебе пообещал. Мы все остальные уйдут с пустыми руками. Тебе повезло. Ба, расскажи мне, а что ты зашел в ее тело? Мне вот это интересует. Так к тебе и зашел. Не понял. Как ко мне? Негатив забрать. А, понятно. Хорошо. А ты не жил в ее биополе? Заходил. Хорошо. А почему ты заходил? Где ее слабые места? Объясни мне, как ей укрепить защиту, чтобы ты не смог зайти? Мне вот это важно узнать. К вибрации же все решает в моем случае. Абсолютно верно. А кто эти вибрации, на твой взгляд, в ней понижает? Она сама или ей кто-то помогает? Ее окружение, может быть? Помогает много кто.
То есть у нее недостаточно получается намерения, чтобы противостоять всем этим негативным вибрациям и не понижать свои. Правильно? Давят там на нее. Зайдешь, сам все увидишь. Хорошо, ладно. Хорошо, бар. Договорились. И так, ты еще есть какие-то подключки в твоем теле, или я все уже убрал? Просканируем. Носочки есть. Так сними, что ты стоишь? Выйди, сними все. Команды не было. Согласен. Я с тобой общался. Давай, демон, сейчас выходит, снимает все, что наставил. Носочки знаешь для чего? Для чего? А чтобы вибрации не поднимались. Раздражители. И давно ты их одел, носочки? Да не помню. Последний месяц. Месяц, да? Слушай, бар, у меня еще такой чисто другой вопрос. А вот скажи, а если человек читает молитву, меня кто-то когда-то спросил, как она воздействует на тебя? От чего зависит, чтобы молитва начала действовать? Вот скажи мне. Вот чтобы тебе было просто неприятно, и ты взял и ушел из этого биополя, потому что человек прочитал какие-то определенные слова или какие-то молитвы, но вложил туда, возможно, чуть больше намерения, чуть больше своей силы, или как это? Объясни мне, ты сегодня получишь хорошее вознаграждение от меня. Молитва повышает вибрации, если прочитано или сказано, как вы говорите, от души, с пониманием дела. А мы же не можем на повышенных вибрациях, ты же знаешь. Я знаю, да. Поэтому был такой вопрос, люди меня спросили, а разве нельзя изгонять демонов другим способом чтения молитв, а не так, как ты делаешь? То есть, как я тебя сейчас достал, как мы с тобой разговариваем. Вот объясни, пожалуйста, вот эту разницу. Наверняка есть такие люди, которые умеют до такой степени искренние чистые молитвы читать, чтобы ты никогда в него не зашел, правильно? Ну, так я выйду и зайду потом, когда он их понизит. Когда он их понизит. То есть человек постоянно должен пребывать в состоянии каком-то, чтобы тебе не тяжело было зайти. Ну да. А так человек приходит раз в неделю, прочитал молитву. Куда приходит? Ну, в церковь. Ты про церковь ничего не говорил. А что, есть разница? Конечно, есть. Ну, хорошо, объясни мне эту разницу. Мне будет интересно узнать. Какая разница, молитва, произнесенная в церкви, или как ты имеешь в виду? Ты в церкви был? Конечно. Что видел? Ой, я тебя прошу, давай мое мнение здесь не спрашивать, потому что оно у меня двоякое. Вот. Есть вера в Творца, есть просто религия, написанная людьми. Есть культ и есть ритуал. Обряды. Эти обряды, они... Я тут... скажу одну вещь. Давай. Ты попробуй в церковь прийти со своим огнем. А нет, ты должен от общей свечечки все поджечь. Смысл здесь есть тайный. Определенными словами эта свечка поджигается. Там ваши энергии кушают. То есть мы делаем непроизвольно, если я тебя правильно понял, какой-то ритуал. Вы много чего непроизвольно делаете. Понятно, хорошо. Как научились, так и живете, не задумываясь. Но хорошо. Не мне вас судить, ты же я, понимаешь. Нет, я понимаю, я в любом случае благодарен тебе за ответ. Мне просто было интересно узнать, в состоянии ли человек... Вот я точно так же, в принципе, и считал. Ну, хорошо, человек прочитал молитву, у него поднялись вибрации раз в неделю. Ты подождал 2 дня и зашел в него обратно. Я не говорил про церковь. Молитву можно где угодно читать. Я не говорил. Неприятнее мне стали вибрации.
Я не говорю за церковь в этом конкретном случае. Я просто тебе говорю факт. Человек прочитал где угодно молитву, искреннюю, скажем. Тебе стало неприятно, ты ушел из его биополя. Если человек перестает поддерживать эту частоту высоких вибраций молитвы, то автоматически у него падают эти вибрации. То есть, если он не подпитывает. И тогда ты просто стоишь, ждешь пару дней и заходишь в его биополе. Правильно? Да, там и пару дней не надо. И пару он дней. Прочитал через 10 минут, забыл. И забыл, вот. Об этом, кстати, мы уже говорили, да. Человек прочитал молитву, вышел пошел и пошел бухать. И пошел бухать. Или кричать. Слушай, демон, я серьезно говорю, я понимаю серьезность вашей работы в том плане, потому что вы должны быть. Вот, для того, чтобы человек не расслаблялся. Безусловно, вы где-то переходите границы, но я вполне понимаю, что в этом и человек, в принципе, виновен сам на, ну, скажем, 70%. У нас тоже свои молитвы есть. Серьезно? Очень интересно. А ты никогда не жил? Нет. Ты не жил на земле никогда? Ты не был человеком? Заклинания, тоже молитвы. Ну, знаю ваши заклинания, конечно, ваши заклинания. Все наши ведьмы на земле, по-моему, пользуются, чтобы вас призвать к себе на помощь. Понятно. Ты не жил на земле никогда? Ты первородный? Бар? Нижние братцы, мой дом. Ты там родился или ты родился на земле? Там родился. Там родился. Не знаю. Ну, все правильно. Я почему просто этот? Я вижу разницу между первородными, они более как-то, я не знаю, осознаннее. Ну, в каком-то плане, или более, скажем, информированнее, чем те, которые приходят с земли. Ладно, хорошо, Барт, давай тогда сделаем следующее. Я тебя сейчас отправляю тогда на твою чистоту, мы встретимся в доме, и, как договорились, я тебе все отдам. Все? Давай. Хорошо. Так, я подхожу сейчас к Галине, кладу руки на плечи и моей собственной энергией отстегиваете каналы 1, 2, 3, который был. Открывается портал в галактическое ядро, все улетает в галактическое ядро, все остатки. И, значит, 3, я открываю портал против часовой стрелки, возвращаю Бара на его частоту, откуда он пришел. 1, 2, 3. Все, закрываю, печатаю, растворяю с того огненную пентаграмму. Готово. Давай заполним Галину сейчас энергиями, вернем ее и начнем работать с квартирой. Сколько? 350 и 28. И насчет 3 в макушку головы Галины начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. Она прямо вот купается в них, наслаждается, говорит, я постараюсь удержать эти вибрации. Готова. Галина, вы должны обращать внимание на свое окружение, потому что ваше окружение понижает ваши вибрации, как и ваша реакция на какие-то внешние воздействия. Поэтому вам предстоит серьезная работа. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Галины в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта, перемещаясь в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.
Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти дом и земельный участок Галины. Один, два, три. Фотографии ты видела? Да, я здесь. Хорошо. Так, ты стоишь перед входной дверью земельный участок. Давай сделаем так. И сейчас я устанавливаю, значит, три вокруг, по периметру, всего периметра дома, без земельного участка. Только дом захватывается. Уходит в глубину на 5 метров вниз от фундамента. Вверх захватывает полностью лазерную клетку тюрьму. Один, два, три. У нас арахноиды. Арахноиды, хорошо. Грей. Рептилоид. Ага. Рептилоид, хорошо. Воронка. Сколько? Одна воронка. Давай ее сразу уберем. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Эта воронка улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Поехали дальше. Хорошо, поехали дальше. Черт. Черт. Хорошо. Кого-то не хватает. Бес еще здесь. Бес. Мыши летучие какие-то. Мыши летучие. Хорошо. Все. Так, демон где у нас? Видимо, во дворе. А, согласен, да, хорошо. Так, и давай сейчас установим вторую клетку рядом с этой. Она идет на весь земельный участок и на здание, которое на земельном участке находится. Клетка уходит в глубину на 5 метров, вытаскивает весь негатив. Ну, здесь тоже арахноиды. Хорошо, арахноиды. Да, они сейчас. Секунду. Сарай какой-то там. Постройка. Да, там есть постройка. Там все в паутине. Ну, там бар. Бар, хорошо. Он в сарае жил, да? Нет, он на участке. Хорошо. Говорит, что здесь полно мест. Раздвигаться. Я тебе верю. Нам надо сейчас просто это все закрывать, поэтому помогай нам все находить, потому что это и в твоих интересах. Чем больше мы найдем, тем больше ты заберешь. Черт здесь есть. И здесь черт, хорошо. Знаешь, как червяки какие-то, или мальки, кто это, не знаю. Червяки. Или мальки, как такие какие-то. Мальки. Бар, что это за червяки? Это ваши? Или мы вытащили что-то снизу? Он говорит, что в воде плескается. Ванны с водой там. Ванны с водой есть возле дома. Бочки какие-то. И там эти червяки? Расплодились. Ванная с водой. Галина, обратите внимание на какую-то ванну с водой, которая у вас там во дворе где-то стоит, и там расплодились эти черви. Откуда они там взялись? Солнце. Это же не... От солнца? Как это? А, понял. Солнце нагрело, сделало какую-то температуру, и эти черви проявились, правильно? Ага. Ну, я увидел сейчас эту мыслеформу, все понятно, хорошо. Так, поехали, теперь начинаем работать. Объявляю всем присутствующим программу. Вера, у нас мы с участком все закончили. С этими червяками у нас там черт, бар и арахноиды на участке. Больше никого нет? Посмотри, пожалуйста. Но здесь воронки тоже есть. Давай эти воронки, которые сразу здесь находятся, мы их сразу скинем. Открывается под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть у нас. Подожди, кто это? Показывает. Теплица там есть. А что там в теплице? Инсектоид. Инсектоид. Ну, в принципе, там тепло. Хорошо. Еще кто-то? Все. Хорошо. Я объявляю сразу всем присутствующим программу. Мы производим чистку сейчас земельного участка и дома Галины.
Это значит, что сегодня мы заберем, вернее, вы заберете все, что вы оставили в этом доме. Мы дадим вам шанс все забрать, все свои энергии, все свою паутину, касается арахноидов. Черт заберет все, что он раскидал вместе с бесом в квартире. Вот, Грей с рептилоидами заберут все, что они оставили, и также тот арахноид, который жил в доме. После этого мы проведем проверку. Если нас кто-то обманет, тот вообще никуда уже не уйдет. Грей с рептилоидами очень хорошо уже об этом знают. Вот, как и все другие должны, в принципе, уже понимать. Вот, если все пройдут проверку, мы всех отпускаем первый раз безболезненно. После того, как вы пообещаете, что вы на этот, в этот дом, вы на этот земельный участок никогда не зайдете. Потому что с этого момента мы начинаем это охранять. Это значит, что если Галина пожалуется, что кто-то опять пришел, через 10 минут вы будете опять в этой клетке сидеть. Поэтому я вам всем рекомендую после чистки найти себе новое место обитания. Всем понятно? Да, всем понятно. Хорошо. Переходим сейчас к процедуре. Реверс нам не нужен. Начинаем тогда сразу с первой процедуры с дома. Арахноиды сейчас выходят, идут в дом, забирают всю свою паутину, которую они в доме оставили, забирают все свои домики, детей, все, что там может быть. Все сматывают, чтобы я их не нашел по ДНК и назад не вытащил при проверке. Это в их интересах, все вытащить. И возвращаются в клетку. И докладывают. Второй этаж они. Ну, конечно, они ближе всегда к крыше. Паучки-боровички. А ты знаешь, я вот не помню, чтобы у нас когда-то при проверке выскакивал арахноид на человеке. Спруты и драконы, Вера, да? И гуманоиды. Вот они действительно не приходят второй раз вместе с инзектоидами. Но у них потомство, видно, боятся. Все забрали они. Хорошо, благодарю арахноидов. Так, я обращаюсь к рептилоиду. Какой у него уровень, считай, Вера? Цифра над головой. 302. Хорошо. Рептилоид, я тебя прошу сейчас проконтролировать работу Греев, отправить их, и чтобы они все конструкции сняли, а ты мне потом доложишь, как они это закончат. Ты понял? А да, он понял. Хорошо. И игры, выходите сейчас, собираете все свои конструкции по всему дому, чтобы ничего не было, я буду проверять. Слушай, мне информация какая-то идет, что вот в доме во всем, там как, какие-то жучки по стенам. Опа. По всем стенам. И они... как сказать, они сбежали, то есть вот их прям вот, ну, я вижу целую эту. Один за другим они идут, как муравьи, на 10 метров вниз дома. На 10 метров вниз дома? Хорошо, давай сделаем тогда следующее. Подожди, давай с рептилоидами. Конечно, пусть рептилоиды заберут, конечно, и мы сделаем тогда проверку, да. Ну, они устройство это снимают, Грей. Конструкция. Шаром. Угу. Там иконы тоже. Там иконы должны быть, конечно, да. Этот шар мы знаем уже. Да, забрались. Хорошо, благодарю рептилоида за контроль. Так, и я сейчас даю команду и по новой устанавливаю в этом доме, вокруг этого дома, только дома, не земельного участка, лазерную клетку в тюрьму, уходящую на глубину 10 метров. 1, 2, 3. И все, что внизу под домом находится, устанавливается в отдельной лазерной клетке, в этой же лазерной клетке сжатой. 1, 2, 3. Притягиваются все эти жучки, все в клетку. Ну вот какой-то жук. Большой, и он черный, и он, ну, как их, закрывает всех. Так, жук собрал всех своих вот этих паучков, боровичков. Жуки, они такие черненькие, плотные. Жук, кто ты такой вообще, и что ты здесь делаешь? Почему твои потомство бегает по дому? Древесный жук. Древесный? Ну, понятно, ну, получается так, что...
интересы пересекаются, вы не должны заходить в дом человека. Значит, вам надо куда-то переселиться в другое место. Он говорит, что мы не заходили в дом, мы живем. Ну а что ты по стенам бегаешь? Мы живем в этом дереве. В каком дереве? Мы тебя из дома вытащили. Из-под дома на глубине 10 метров. Какое дерево? Ну они, получается, скрылись именно. Они живут. Дерево там как ДСП или что, отбит дом. Ну? Внутри именно. А внутри дома? Да, и они в нем. Вам придется найти новое место обитания, потому что я сегодня весь дом буду санировать полностью. Там не останется ни одного микрона для того, чтобы было пригодно для вашего проживания. Мы все будем заливать энергией абсолюта, поэтому я тебя буду отправлять на твою чистоту, жук, с твоим потомством. Вот, но в этот дом ты больше не вернешься. Иначе, если тебя второй раз вытащу, я тебя просто уничтожу. Я не хочу этого делать, конечно, но человек имеет право жить в своем доме. И это его дом, а не твой дом. Он не лезет в твой дом, а ты не лезь в его. Все понятно тебе? Да, он кивает. Хорошо, значит, все будет нормально. Так, рептилоиды вышли. Теперь я обращаюсь к черту, который сидел в доме. Черт выходит вместе с бесом. И каждый из них собирает свои одеялки, носочки. Не дай бог, на ком-то из живущих в этом доме вы оставите свои носочки или одеялко. Если я второй раз вас вытащу, я вас сожгу. Черт и бес. И я не шучу. Вам понятно это? Да, понятно. Все, выходите и собираете все, возвращаетесь в клетку и докладываете. Один на кухне жил без, а черт жил в комнате, там какое-то животное живет. В комнате жил? Да, там домик есть для животных. Ну, наверное, под кроватью собака, собака или свои. Кошка. Конечно, под кроватью. Красные свои вот эти комочки, шарики. Мы все видим. Еще в другой спальне он показывает там. Это Галина, наверное, спальня. Там на стене что-то оранжевое, там портал. А, у нее прям в спальне портал. Отлично, хорошо. Уберем его сразу. Давай, конечно, если ты там находишься, открывается под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Этот портал засасывается в галактическое ядро, засасывается фантом от этого портала, уходит все вниз, 1, 2, 3, до последнего микрона портал закрыт. Да, будет так, а так и есть. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. В кухне есть портал. И заходим в кухню. Открывается под этим порталом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает этот портал. 1, 2, 3. Уходит туда также фантом этого портала. 1, 2, 3. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Пошли дальше. Ванная стена. И на всю стену, на все весь по всему периметру стены ванной открывается большая воронка в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал, уходит туда. Также фантом этого портала 1, 2, 3. Закрываем, опечатываем, растворяем. Это мы на втором этаже, да? Нет, на первом. На первом, да, хорошо. На втором нет портала. Хорошо. Все готово, они собрали все тоже. Хорошо, благодарю. Так, у нас мыши летучие там остались. Какое их происхождение, откуда они взялись? Считай информацию. Кто их привел или они там жили? Нет, они пришли на темные места, так сказать. Там очень много мест, где можно скрыться и спрятаться. Понятно. Хорошо, мыши. Я не буду вам причинять никакого вреда, но в этот дом вы больше не сможете зайти. Мы здесь все будем обрабатывать сейчас. Найдите себе новое место обитания. Вам понятно? Да, им понятно. Хорошо. Отлично. Открывается внизу портал на чистоте этих мышей. 1, 2, 3. И они уходят на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму.
Готова. Хорошо, бес, который в квартире жил, ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал на чистоте беса. 1, 2, 3. Он уходит безболезненно на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Он забывает дорогу назад. С того огненную пентаграмму. Готов. Хорошо, черт. Ты понял, новое место себе найдешь, да? Но он вздыхает, найдет новое место. Ну что сделаешь? Такова жизнь. Ты свою работу делаешь, мы свою. Вот, поэтому не надо, иначе просто будет потом больно. Все, открывается внизу портал на чистоте, черта 1, 2, 3. И черт уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Хорошо, Грей с рептилоидом. Вы поняли, в эту квартиру больше не приходите, она находится под нашей защитой, поэтому найдите себе новое место для эксперимента. Все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Рептилоид уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. И открывается портал против часовой стрелки на частоте Греев. Они забирают все, что с собой принесли, уходят на свою частоту, больше не возвращаются. Готово. Переходим к арахноидам. Арахноиды, вы поняли все, да? Новое место обитания все найдете. Да, они поняли. Хорошо, открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноидов. 1, 2, 3. И арахноиды уходят на свою частоту, забирают все, что с собой принесли, и уходят домой. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, вот эти жуки, которые, давай, переходим к земельному участку. Так, я сейчас внизу открываю портал на частоте жука. 1, 2, 3. И жук вместе со всем своим потомством уходит с этого земного земельного участка и уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Забывая дорогу назад. Готово. Хорошо. Так, у нас остался там еще теплица с инзектоидами, которые живут на участки. Инзектоиды вышли сейчас тогда из клетки, собрали все, что осталось на вашей чистоте, и доложите, вернетесь в клетку. И арахноиды тоже из сарая. Ну, мы сейчас с инзектоидами. Угу. Да, вынесли все. Хорошо. Так, инзектоиды, вы поняли, найдете себе новое место обитания, да? Кивает. Хорошо, готовы уходить? Готовы. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзектоидов. 1, 2, 3. Инзектоиды забирают все, что они с собой принесли, и уходят на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Так, у нас там какие-то еще червяки были, мальки, да? Да, есть. Что с ними делать? Отправляй на их частоту. Открывается внизу портал на частоте этих червяков. 1, 2, 3. И они уходят на свою частоту, забывая дорогу назад, и больше не возвращается, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, я обращаюсь к черту, который на земельном участке жил. Черт, ты сейчас выходишь, собираешь все, что ты оставил на этом земельном участке, своих игрушек, и возвращаешься в клетку. Ну, он побежал. Он показывает мне какой-то угол, там как пятно красное, портал или что, это какая-то аномальная зона, что не пойму. Хорошо, там давай. Давай подходим к этому углу и под ним. Вокруг него открывается большая воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. В галактическое ядро и засасывает этот портал. Вместе с ним уходят фантомы, все чужеродные энергии. 1, 2, 3. Как все уйдет, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, пошли дальше. Ну, он собирает. Здесь тоже собаки. Он собирает все. Он говорит, что я с ними в футбол играл. Ну и как они в футбол играют? Ты победил? Ну, как видишь, ты победил. Я же в футбол с вами не играл. У тебя своя работа, черт, у меня своя работа. Он собрался. Хорошо, благодарю тебя. Так, ты готов уходить? Ты понял, новое место жительства найдешь себе. Подожди, подожди. Стоп, хорошо. Он на собаку одел что-то, он на ней как на коне ездил. Так, давай сейчас подойди к собаке и сними сейчас все, что ты с нее на ней установил.
Потому что если я сейчас найду какую-то еще твою чистоту, я тебя вытащу повторно. Если я тебя вытащу, я тебя очень сильно накажу. С животными я шуток вообще не понимаю. Снял все. Ты еще, черт, установил где-то в доме на ком-то из людей какие-то свои носочки или что-то есть еще? Он говорит, что он в дом не заходил. Хорошо, все, хорошо, значит, ты все забрал. Готов уходить? Открывается внизу портал на чистоте, черта 1, 2, 3, черт уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь в огненной пентаграмме. Так, арахноиды, я прошу вас сейчас выйти и забрать все, что на вашей чистоте, вашу паутину, инкубатор или что у вас там осталось. Приступайте и доложите. Там все в паутине. Они быстро ее сматывают. Что трудно поверить, как быстро. И у них там потомство тоже есть. Инкубаторы готовы. Хорошо, все, они все забрали. Благодарю арахноида. Вы готовы уходить? Готовы. Арахноиды, пожалуйста, найдите себе новое место обитания. Больше в этот дом не приходите. Мы вас сюда уже не пустим. Вы поняли, да? Все поняли, готовы уходить. Открывается наверху портал на чистоте арахноидов. 1, 2, 3. И арахноиды уходят на свою чистоту, забирают все, что с собой принесли, безболезненно уходят на свою чистоту и забывают дорогу назад. 1, 2, 3. Готово. Все, у нас, значит, тогда демон только остался. Бар, да? Да. Хорошо, Бар, ты установил что-то здесь сам в этом доме, на земельном участке? Да, место есть у меня свое. Давай, выйди, собери все, что ты там, и мы переступим туда к собиранию негативной энергии. Давай, выходи, собирай все и возвращайся. Но он собрал. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сейчас команда касается только дома. Из каждого угла, из каждого пола, стены или потолка, окна. Все патогенные энергии вылетают во двор и начинают формироваться перед клеткой в тюрьмы в большой черный шар. 1, 2, 3. Негативная энергия страха, скандала, злости, ненависти. До 5 метров выходит негатив, весь негатив, который остался в этом земельном участке за все время его существования. Да будет так, а так и есть. Готово. Ну и как у нас шар выглядит? Два больших шара. Хорошо, Бар. То, что ты просил? Он пританцовывает, ждал это. Отправляем ему эти два шара в его клетку. 1, 2, 3. Все, забирай. Это твое, заслужил. Но покушал оба. Хорошо, все. Ты все получил, ты понял. В этот дом больше не приходишь. Найдешь себе новое место обитания. Хорошо? Да, хорошо. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. И Бар уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая печать, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Активируем печать царя Соломона на воротах. 1, 2, 3. На входной двери. Готово. Хорошо, мы закончили. И на счет 3 отключаемся от дома. 1, 2, 3. И на счет 3 возвращаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.